Алло. Здравствуйте, господин Рочин. Да. Это приемный Олег Владимирович беспокоит. Да. Я соединю вас с ним. Спасибо. Секунду. Алло. Олег, здравствуй, дорогой. Да, привет. Искал меня. Слушай, как у нас все это сложилось с этой нашей ситуацией? Вчера Дюканович разговаривал со мной, сказал мне, мило, как говорится, у меня нет больше возможности переносить это. Что нам делать, Олег? Ну, я не знаю, даже не говорил, так сказать, с Цицком. А в чем там проблема? Не нашли решение? Не нашли решение. Сегодня Газденович был здесь, я, правда, не встречался с ним. Он говорит, что я очень корректно там водил этот разговор с Standard Bank'ом. Они просто, говорит, как они вели себя, это просто безобразие, говорит Брано. Даже хорошие, он говорит, предложения были с вашей стороны. И там не сошли, по-моему, как Брано объяснил меня, где-то цифра где-то 3 миллиона долларов или что-то, или как, это просто не знаю. Давай, прошу тебя, это было бы плохо. Завтра, значит, они должны там на правительство принять какое-то решение. Завтра правительство четверком, знаешь. Я просто не знаю, я должен с Цицком поговорить. Я просто не в теме, какая еще ситуация. Знаешь, что я хочу с тобой до твоего разговора всякого? Давай подумаешь, как то, может быть, они могли бы, может быть, перенести это на 2 недели, на 20 дней, или до конца года, это невозможно просто. Можете ли что-то в этом периоде что-то сделать, принять какое-то решение, потом потихоньку доработать над этим? Извини, было бы неплохо, если бы ты, может быть, связался по телефону с Дюкановичем завтра, или... Хорошо, после, давай сделаем так, Мел, я поговорю с Яковом, да, просто я пойму, я, честно говоря, другим немножко был занят, не следил. Я знаю, что у тебя дело. Ну, слушай, дорогой, но... Я проверю завтра, и давай. Или ты мне набери там где-нибудь в обед, и уже-то я буду знать. Слушай, было бы... Значит, завтра правительство, заседание правительства начинается в 11, это в час по вашему времени. Было бы до этого, если бы у меня была какая информация, чтобы я мог передать Дюкановичу. Я постараюсь. Да, ты мне звони в 11, да, по нашему, да. Хочу, давай позволим это, чтобы все это провалилось на концу, это, слушай. Много энергии потратили, много сил потратили. Я понимаю, да, да, просто, честно, сейчас я не буду будить, да, завтра с утра хорошо поговорю с ним, и завтра созвонимся. Я в 11, но просто мне важно, чтобы... Да. Мои люди тоже там чувствовали себя правильно. Да, но ты пойми это, как у нас, с этим политической ситуацией, со всем этим. Я понимаю. Да, да. Ну, давай тогда завтра в 11 я наберу тебе. Да, ну ты видел уже, так сказать, американцы не так жестко, так сказать, даже наоборот, не связывают Косово заявление этого Перла. Когда? Ну, это было заявление там помощника секретаря по национальной безопасности. О том, что, так сказать, они не связывают проблему Косово и проблему Черногории. Ну, это неплохо, понимаешь? Да, да. Неплохо. Хорошо. Это неплохо. Слушай, ну я хочу... Давай, когда будет времени, на эту тему еще поговорить с тобой. Даже этот Ян Кубиш, я вспомнил. Знаешь эту фамилию, имя? Да, конечно. Он тоже выпускник МГИМО. Это не гадай. Ну, конечно, увидишь, какой человек. Да, да, да. Держи ухо востро. Хорошо, Мел. Да. Значит, завтра в 11. Давай, Алекс, что-то придумаем. Хорошо. Ускорить что-нибудь. Даже там хороший разговор состоялся и с Брковичем, говорили меня. Что там есть возможность, слушай, что-то сделать. Хорошо. А спасибо, что ты звонил меня. Хорошо, Мел. Спасибо, дорогой. Да, спасибо.